Здорово, народ, меня зовут Шет, и сегодня мы с вами поиграем в Beat Saber. Я очень сильно пытаюсь выучить пару безумно сложных треков. И пока я их учу, я хочу, чтобы видео по Beat Saber продолжали выходить. Поэтому сегодня у нас с вами будет... популярный вечер, я не знаю, как назвать. Короче, популярные клевые песни. Приятного просмотра, погнали! Итак, народ, долго думал, с чего бы начать наше приключение по релаксным и кайфовым песням. Нет, чувак, с тобой мы поговорим чуть попозже. А сейчас давайте попробуем Imagine Dragons Believer. Эксперт, вы мне многие писали про эту песню, мол, пройди ее. Реально очень много комментариев было, так что давайте посмотрим, годная она или нет. Ух ты, прикольно. Короче, ребят, кайфуем и релаксируем. Если еще первый раз прохожу. From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... You're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like... Ну что, ребят, я считаю, что это было неплохо. Ну, не знаю, почему они назвали это экспертом, на самом деле это было достаточно просто. Из моих друзей кто-нибудь проходил? О, ха-ха, я обогнал глюка, прикольно. Так, хорошо. Следующая песня, которую я хотел бы вам показать, это Digi Digi Hole. Я думаю, многие из вас помнят ее каст. Легендарная команда была по Майну в Штатах, и они делали и клипы, и песни. Эта песня прямо у меня реально, когда вышла, на репите играла. И когда я увидел, что ее сделали в Beat Saber, я просто... да, черт возьми, это будет. Слушайте, наслаждайтесь. Блин, напишите в комментах, кто помнит это. Sing, 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 sing
Ой, пацаны, такая ностальгия, не знаю, прямо вот как будто в те времена вернулся. Кайф. Не знаю, я один такой или как? Есть еще среди моих зрителей те, для кого эта песня что-то значит? Ну, я не знаю, просто я кайфую. Да, хорошо, прям 500 000 очков, кайф. Ранг Б всего. Вот кто мне тут говорил, что у меня тут какие-то жизни, я не знаю, вот 5, цифра 5, я до сих пор не знаю, что она значит. Так что, ха, все с первого раза, ребят, все затрачиваю вот так, чтобы можно было показать именно вам. Ух, блин, кайфовый трек, просто офигенный. Окей, а следующий у нас Gorillaz. Hard, не эксперт, но зато трек того стоит. Кто любит Gorillaz, ребят, включайте на полную. Поворот.
что происходит. Хорошо пошло, прямо. Ой, кайф, ребят. Вот здесь сейчас циферка 15. Не знаю, что она значит до сих пор. Чё по друзьям? О, Макс проходил. Окей, хорошо, ребят. А сейчас, не спрашивать почему, вот этот трек. Просто офигенно. Давай на эксперте. На эксперте я его даже проходил когда-то. И тут чувак не обогнал. Ну, посмотрим, попробуем его обогнать. Я обожаю эту песню, просто. Если кто-то умеет припев ее петь, то, чувак, ты монстр. Было близко. Фух, хорошо прям зашло. 319 тысяч очков. Нормально. Давай посмотрим. Обогнал? Нет, не обогнал. Ну, 347 у меня было. Но не знаю, ребят. Старался пипец. Ух, я понимаю, почему я не прошел. У меня здесь еще есть большое количество треков, которые... Да, детка, вы понимаете, да, что это значит? Есть большое количество треков, которые я еще не показал вам. И я думаю, что в будущем мы с вами еще это все потыкаем. Да, детка, да. Ух, все, что
Я хочу, чтобы вы делали. Это писали в комментариях, какие песни вы хотите, чтобы я прошел еще. И ставили лайк под это видео, чтобы показать, что вам нравится то, как я снимаю Beat Saber. Ух! Ну, а я по-прежнему, кстати говоря, жду вызова, жду ответ на вызов от Алекса, от Кофи и от Нофикса, потому что ребята пока еще что-то как тренируются, наверное, не ответили. Вот, ну а на этом все. Окей, на этом все, спасибо за просмотр, не забывайте ставить пальцы вверх и рассказывать о видео друзьям. Если вы здесь первый раз, тогда подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик для того, чтобы больше никогда не пропускать видео по Beat Saber. А в комментарии пишите те треки, которые хотите, чтобы я прошел. А на этом все, увидимся уже через несколько секунд на моих других видосах. Всем удачи, пока!